Друзья, всем огромный привет! Сегодня из этих веществ сделаем два розжига. Который из них будет лучшим, конечно, скажете вы. Но я буду показывать, как это делал. Давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра. Поехали! Ну а первым делом на терочке натрем обычное хозяйственное мыло. В моем случае 72%. Берем подходящую бутылочку. Возьмем бензин «Галоша». Стоит 95 рублей. И заполнил немножко, чтобы чуть-чуть перекрывало наше мыло. И оставим на пару часиков, пускай это настоится. Ну а дальше с вами возьмем парафиновую свечку. Именно, ну, в моем случае парафиновая. И при помощи строительного фена разогреваем. Теперь берем самые простые спонжики, ватные диски. Опускаем. Он хорошо пропитался. Вытаскиваем его, вставляем. И оставляем это дело подсохнуть, остыть. А у нас тем временем вот такой уже состав. Уже окрасился, уже особо не болтыхается. Но мы его оставим еще на некоторое время. Также в остаточках пропитал кусочек картона. Итак, настоялся наш раствор. Вот так он выглядит. Ну и диски тоже остыли. Я уже пробовал, поджигал. Давайте посмотрим, как загорается моментом. То есть видели, прям 5 секунд. И пламя очень хорошее. Можно... Ну, задуть можно. Так, сейчас попробуем прям катрюшечку, подождем нашего средства, прям чуть-чуть. Потом пойдем тестировать на улице. Убираем подальше, огонь опасно. Очень важно, загорается вообще моментом, но коптит сильнее. Ну, тоже задуть можно. Так, а теперь мы с вами пойдем сейчас на улицу, проверим в реальных условиях, какой из этих все-таки розжигов будет для костра лучше. Для розжига приготовил такие вот кучки. Они ровно одинаковые. Это было 5 вот таких отрезанных дощечек, расколонных пополам. Поэтому это четко будет одинаково. Сейчас прям в жидкости такую небольшую плюшечку капнем и выкладываем наши дровишки. Так, чтобы можно было подлезть. Возьмем теперь одну такую штучку. Сразу видно, да, что это хуже разгорается. Там уже процесс вовсю. Ну, я скажу, тоже неплохо. От одного ватного диска можно растопить костерчик. Он еще гореть и гореть будет. Просто там быстрее. Вот и все. Какое лучше, это уже решать вам. Напишите ваше мнение обязательно. Какое вы считаете. Я думаю, что вот это более экологически чистое, нежели то. То можно, конечно, спирту тоже сделать, но спирт дорого стоит. Так что пишите ваше мнение. Там видно, как полыхает. Тут тоже еще диск горит вовсю.
А там прям такое бурление идет. Ну, согласитесь, неплохо. Но я же еще бумагу замачивал. Давайте посмотрим, как она будет гореть. Для розжига это будет предостаточно. Обычная бумага бы сгорела бы уже, а это долго будет гореть. Друзья, так что сегодня сделали с вами вот такие два розжига. Что лучше решать, конечно же, вам. Пишите ваше мнение. Ну а я со своей стороны говорю огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Пишите ваше мнение. Если понравился ролик, обязательно палец вверх. Конечно, идеи не мои. Все взято в интернете, давным-давно это придумано. Просто показал вам. Все-таки 8 миллиардов населения. Кто-то, может, даже и не видел, и не знал. Вот, если понравился, палец вверх. Пишите ваше мнение. Вам желаю крепкого-крепкого здоровья вам и вашим близким. Ну и всего-всего самого хорошего. Мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.